Новосибирцы одними из первых смогут увидеть новый внедорожник «Танк-700». Выставка новинок китайского автопрома пройдет в рамках ежегодного форума Global CIBA Expo Китай. В основе форума – фундаментальные перемены в геополитике международной торговли, новая роль стран дальневосточного азиатского региона. Свои стенды подготовят минимум 50 китайских и совместно российских китайских компаний-участников. Главная тема – автомобилестроение, транспорт и логистика. В дискуссионной части большой спектр круглых столов и лекций. Главная задача не только найти новых импортеров, но и показать экспортный потенциал области. Международная выставка форум пройдет с 27 по 29 ноября. Посещение экспозиции на площадке экспоцентра будет бесплатным. Китай – это сегодня главный партнер. Да, это существенная доля в нашем внешнеторговом обороте и с точки зрения импорта, и с точки зрения экспорта. Да, 2023 год показал рост практически на 30%, то есть и здесь по большей части прирастал импорт, экспорт в меньшей степени. Текущий год у нас идет плюс 4,5%.